христианство и то, ради чего тот, кого называли Христом, пожертвовал жизнью, ничего общего не имеют. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» – Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 10, стих 34. Все, что на самом деле нес тот, кого называют Иисусом Христом, относится только к иудеям. Если и возникла религия с его именем, то она должна быть только для иудеев. Но странным образом эту религию иудеи навязали гоям, то есть не иудеям. А сами иудеи продолжали, как ни в чем не бывало, исповедовать иудаизм. Иудаизм, против которого как раз и боролся тот, кого называли Иисусом Христом. Кстати, Христос по-новогречески означает «мессия» и не является именем или фамилией. А ведь Иисус о Боге иудеев говорил. Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Новый Завет, Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 43-44. Евангелие и евангелисты. Тот, кого звали Иисусом Христом, прекрасно знал Тору и разоблачал иудаизм и его служителей, как служителей сил тьмы. Из этих строк ясно видно его понимание того, кем был Бог Яхве, Иегова. Иисус Христос пришел спасать погибших овец дома Израилева, потому что они стали первыми жертвами обмана Бога Яхве, Иеговы. Согласно всем Евангелиям, Иисус Христос разоблачал иудаизм, человеконенавистническую его суть и Бога Яхве, Иегову. Известный английский писатель Чарльз Диккенс написал в 19 веке книжку, которая называлась «Child's History of England». На русский язык это переводится как «История Англии для детей». Книжка была издана в середине 19 века в Лондоне, а рассказывает она об английских правителях, которых юным англичанам надлежало хорошо знать. В этой книжке написано, что во время коронации принцессы Елизаветы четыре евангелиста и некий святой Павел были узниками в Англии и получили свободу по амнистии. В англоязычном издании об этом сказано на странице 98. В 2005 году эта книжка была издана в России издательством BSG Press в переводе Татьяны Бердиковой и Марины Тюнькиной. Мы приведем здесь небольшой фрагмент из 31 главы. Коронация прошла великолепно, а на следующий день один из придворных, согласно обычаю, подал Елизавете прошение об освобождении нескольких узников, и среди них четырех евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также святого Павла, коих некоторое время вынуждали изъясняться на таком странном языке, что народ их совсем разучился понимать. Но королева ответила, что лучше сперва узнать у самих святых, хотят ли они на свободу. И тогда в Вестминстерском аббатстве было назначено грандиозное публичное обсуждение, своего рода религиозный турнир, с участием некоторых виднейших поборников той и другой веры. Как вы понимаете, все здравомыслящие люди быстро додумались до того, что повторять и читать стоит только понятные слова. В связи с этим было решено проводить церковную службу на доступном всем английском языке, а также были приняты другие законы и правила, возродившие важнейшее дело реформации. Тем не менее, католических епископов и приверженцев римской церкви травить не стали, и королевские министры проявили благоразумие и милосердие. Письменное свидетельство Чарльза Диккенса о том, что евангелисты жили в 16 веке, издано около 150 лет назад в Англии. Отсюда следует неопровержимый вывод о том, что Новый Завет Библии писался самое раннее, в 16 веке. И сразу становится понятно, что эта религия, как и остальные, основана на большой лжи, что благие вести – это такие же циничные выдумки, как и крещение Руси. Иуда не мог предать Иисуса Христа за 30 серебряников хотя бы потому, что 2000 лет назад на Ближнем Востоке не ходила серебряная монета, что, согласно современной фальшивой истории, на территории Римской империи
которой никогда не было, а была совсем другая империя. Монет вообще не было, а денежной единицей были таланы – золотые брусочки определенного веса. А серебряные монеты появились в обороте только в самом начале средних веков. Кому-то потребовалось состарить события на 1000 лет. И это уже само по себе говорит о нечестивости тех, кто писал эти Евангелия, и о тех, кто утверждал их истинность. Ведь христианские соборы утвердили только 4 Евангелия из почти 30. Почему нет Евангелия от самого Иисуса Христа? Ведь он был очень образованным человеком, свободно читал Тору на древнеиудейском, которого в то время не знали многие иудеи. А ведь Иисус Христос не был иудеем, когда говорил о том, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Ведь если бы он был иудеем, то был бы сам одним из погибших овец, которых он пришел спасать. Согласно Новому Завету, Иуда Искариот выдал Иисуса Христа иудейским стражникам своим поцелуем. Но почему-то никого не смущает одна маленькая деталь. И эта деталь касается апостола Петра, Симона. На Тайной Вечере Иисус Христос говорит о своей скорой гибели и последующем воскрешении, и о том, что он будет предан. Все обращают внимание на вопрос Иуды Искариота, не я ли учитель? Но никто не обращает внимания на слова о том, что его предадут все. А когда Петр начал клясться в своей верности ему, Иисус Христос сказал следующее: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 32-35. Иисуса Христа военная стража иудейских первосвященников арестовала поздно ночью, когда на землю уже легло темное покрывало. А находился во время ареста Иисус Христос в садах вблизи Иерусалима, в месте, называемом в Новом Завете Гефсимания. После ареста Иисуса Христа была уже ночь. Первые петухи подают свой голос при восходе солнца. Таким образом, у Петра есть только 6-8 часов ночного времени, чтобы трижды предать Иисуса Христа. Сейчас по ночам довольно-таки темно, несмотря на уличное освещение. А во времена описываемых событий, будь то 1000 лет тому назад, или тем более 2000 лет тому назад, освещения на улицах почти не было. И в так называемые темные века, и в так называемые средние века улицы городов были практически не освещены. А это значит, что ночью улицы были практически безлюдны. В ночь ареста Иисуса Христа на улицах Иерусалима было очень мало народа. И что же происходит? А происходит следующее. Темной южной ночью весьма малочисленные прохожие на улицах, как один, опознают Петра. Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидел его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 58, 69, 75. Петра узнает одна служанка, потом другая, а также и другие случайные люди. Получается, что Петра в лицо знают практически все. А ведь это не Петр творил все деяния, спорил с иудейскими первосвященниками и так далее, а его, тем не менее, на улицах глубокой ночи узнает каждый встречный. А кто такой Иисус Христос, оказывается, никто не знает. И только поцелуй Иуды выдает стражникам иудейских первосвященников, кто же есть Иисус Христос. Лунный культ.
Суд над Иисусом Христом иудейские первосвященники проводят после полуночи в синагоге, что четко определяет природу иудаизма как лунного культа, и то, что иудейские первосвященники имеют максимальную силу ночью. Стоит только вспомнить, что так называемые сатанисты проводят свои черные мессы в церквях и храмах после полуночи. Такие совпадения не могут быть случайными, а говорят о тождественности этих лунных культов. Приговорили Иисуса Христа к смерти, но эта смерть была жертвой со стороны иудеев своему Богу Яхве и Иегове в полном соответствии с Торой. «Все, что я заповедую вам, строго исполняйте. Не прибавляй к этому ничего и ничего не убавляй от этого. Если восстанет в среде твоей пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, и появится знамение и чудо, о котором он говорил, чтобы сказать: «Пойдем за богами иными, которых ты не знал, и будем служить им», то не слушай слов пророка этого или сновидца этого, ибо испытывает вас Бог Всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы Бога Всесильного вашего, всем сердцем вашим и всей душой вашей. За Богом Всесильным вашим идите и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и Его голоса слушайтесь, и Ему служите, и к Нему прилепитесь. А пророк тот или сновидец тот смерти должен быть предан за то, что говорил он преступное против Всесильного Бога вашего, который вывел вас из страны египетской и избавил тебя из дома рабства, чтобы сбить тебя с пути, по которому повелел тебе Бог Всесильный твой идти. Искорени же зло из среды твоей. Пятикнижье, Игготарот, Книгарь Э, глава 13, с 1 по 6, 1163-1165 страницы. Первосвященники иудейские приговорили Иисуса Христа к смерти в качестве жертвы на иудейский праздник Песах в полном соответствии с Торой. И эта жертва Богу Яхве была наиболее ценна для иудеев, так как согласно Торе он был лжепророком, пытающимся увести из стада Бога Яхве его первых жертв, погибших овец дома Израилева. Иисус Христос имел цель спасти их, но ему помешали верные слуги Бога Яхве и Иеговы, иудейские первосвященники из левитов, прямых потомков самого Бога Яхве, поставленные им же над всеми остальными иудеями. Руками своих слуг темные силы убрали того, кто мог освободить иудеев от рабства. Затмение и землетрясение. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахфани», то есть: Боже мой, да для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 45-51. После того, как Иисус Христос был распят, случилось полное солнечное затмение. От шестого часа до девятого. В течение этих трех часов произошло, не продолжалось три часа, а именно произошло в эти три часа полное солнечное затмение. А в момент, когда Иисус Христос испустил дух, произошло довольно мощное землетрясение, и земля потряслась. Одновременно полное солнечное затмение и землетрясение делают такое событие еще более уникальным и легко определяемым. В книге Носовского и Фоменко «Новая хронология Руси, Англии и Рима» авторы четко показывают, что полного солнечного затмения в 33 году нашей эры на месте современного Иерусалима не было и быть не могло. Видно, авторы Нового Завета решили, что такие факты, как полное солнечное затмение и землетрясение, случившиеся, когда Иисус Христос умирал распятый на кресте, только усилит религиозный трепет у последователей в силу того, что такое проявление природы только подчеркивает божественную суть происходящего.
но немного просчитались. В те времена люди не могли еще вычислять время и место солнечных затмений, и благодаря невежеству их они оставили в Новом Завете информацию, которая полностью разоблачает их фальшивку. Дело в том, что согласно летописям и расчетам математиков, полное солнечное затмение было в Константинополе в 1086 году. А согласно все тем же летописям, удалось привязать время распятия Иисуса Христа Константинополю уже намертво, потому что полное солнечное затмение и землетрясение было именно в Константинополе 16 февраля 1086 года. Религия для гоев. Кто может сказать принципиальное отличие между иудаизмом и христианством? Принципиальное, а не отличие в ритуалах. Последователи иудаизма признают Мессией Божьим Моисея и ждут нового Мессию. А Иисуса Христа они принесли своему Богу в жертву, как лжепророка. А последователи христианства признают Мессией Божьим и Моисея, и Иисуса Христа, и ожидают второго пришествия Иисуса Христа. Таким образом, принципиальным отличием этих двух религий является признание или отрицание Иисуса Христа Мессией Господа Бога. Мог ли такой человек, как Иисус Христос, воевать с иудаизмом только для того, чтобы создать новую религию, единственным принципиальным отличием которой было признание Его как Мессии Бога? И что самое интересное, Бога, которого он сам называл дьяволом, и своей целью считал освобождение иудеев из его рабства. Неразрешимое противоречие, особенно если учесть, что и у иудеев, и у христиан один и тот же Бог – Иегова, Яхве. Ведь основой этих двух религий является одна и та же святая книга – Тора. Только для христиан Тора немного сокращена, или другими словами, адаптирована для гоев и носит название Ветхий Завет. Просто из Торы убрали наиболее откровенные тексты, показывающие реальную суть религии иудеев, религии социальных паразитов, и все. А Бог остался один и тот же, дьявол, как о нем говорил сам Иисус Христос. А если все-таки допустить, только предположить, что Иисус Христос хотел создать новую религию, то Богом этой религии никогда бы не стал Бог Иегова, Яхве. Если бы такая религия была бы им создана, то только для иудеев. Но самое странное в этом то, что христианство было создано как раз-таки для гоев, то есть не иудеев. Песах. Остается установить, когда же был распят Иисус Христос по решению суда иудейских первосвященников, принесших его в жертву своему Богу Яхве и Иегове, как лжепророка во время иудейского праздника Песах. Во время первого пребывания иудеев на землях Римской империи это событие никак не могло произойти хотя бы потому, что в период с конца 5 века нашей эры до середины 7 века нашей эры не было полного солнечного затмения вообще. А уж тем более не было полного солнечного затмения и землетрясения одновременно. Получается, что библейские события могли произойти только после второго прихода иудеев в Римею в конце 10 века нашей эры. Следовательно, распятие Иисуса Христа было в конце 11 века нашей эры. В 1086 году в Константинополе было полное солнечное затмение и землетрясение одновременно. В тексте Нового Завета, в главе 27 Евангелия от Матфея, в стихах 15-17, говорится следующее. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели». Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» О какой же Пасхе идет речь, если тот, кого называют Иисусом Христом и в честь кого и существует праздник Пасхи, еще даже не распят? Если говорить об иудейском празднике Песах, то почему его называют в Новом Завете Пасхой? Песах –
Центральный еврейский праздник в память об исходе из Египта. Начинается на 15-й день весеннего месяца Нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 вне Израиля. Википедия. Песах – это чисто иудейский праздник. И сейчас, и тем более в так называемые библейские времена. Но что же тогда означает стих 15 главы 27 Евангелия от Матфея? На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Согласно современной версии истории, Понтий Пилат был римским наместником совсем недавно завоеванной Иудеи. Но ведь праздник Песах был только иудейским праздником, и в силу этого у Понтия Пилата не могло быть никакого обычая в связи с этим праздником. Это во-первых. Во-вторых, в Новом Завете говорится, что Понтий Пилат был правителем, а не наместником, а это очень большая разница. У каждого народа обычаи создавались веками, а порой и тысячелетиями. А в стихе 15 главы 27 говорится весьма четко и ясно, что правитель, Понтий Пилат, имел обычай. Имел обычай, но не говорится, что в уважении иудейского обычая, а говорится о привычном празднике и обычае для его собственного народа, а не иудейского. Тогда возникает логичный вопрос, о какой Пасхе и о каком таком обычае в связи с этим праздником говорит Понтий Пилат. Сейчас известна только одна Пасха – христианская. Пасха, также Воскресение Христово, древнейший христианский праздник, важнейший праздник богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, переходящий праздник. Википедия. Пасха – христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа. И близость этих двух праздников, двух религий, обусловлена тем, что Иисуса Христа иудеи принесли в жертву своему Богу Яхве, как лжепророка, именно в праздник Песах, иудейскую Пасху, как принято говорить сейчас. Культ Дионисия. Когда Понтий Пилат хотел спасти Иисуса Христа от смертной казни, еще не могло быть обычая освобождать одного осужденного в праздник Пасхи. Ведь праздник Пасхи возник в честь воскрешения Иисуса Христа. Получается, что Иисуса Христа Понтий Пилат пытается освободить от смерти согласно обычаю в праздник его собственного воскрешения. Вся абсурдность подобной ситуации мгновенно исчезает, если вспомнить о том, что в библейские времена на территории Ромейской, Византийской империи, господствовал культ Дионисия. Или, как его очень часто называли, греческая религия. И ведь именно греческую религию силой навязал Владимир на просторах Киевской Руси в 988 году нашей эры. Именно греческую религию, а не так называемое христианство. И это вполне понятно. Тот, кого в Новом Завете называют Иисус Христос, тогда еще даже не родился. Но культ Дионисия был только очередной модификацией культа Осириса, который уже полностью сформировался в Древнем Египте в 12 веке до нашей эры. В Ромейской империи существовал обычай, когда в день Пасхи, праздника в честь воскресения из мертвых на третий день Дионисия, правитель Ромейской империи, в данном случае Понтий Пилат, даровал свободу одному приговоренному к смертной казни, которого выберет народ. Понтий Пилат рассчитывал, что люди, которым Иисус Христос делал столько добра, спасая им жизни, исцеляя от болезней, вне всякого сомнения выберут именно его. Но, к его удивлению, выбрали убийцу Варавву. Просто Понтий Пилат впервые столкнулся с действием псиоружия, которое применили иудейские первосвященники для того, чтобы заставить народные массы выбрать именно Варавву. Иудейские первосвященники не прекращали своего псевлияния на массы до тех пор, пока Иисус Христос не был распят на кресте. После этого они свое воздействие прекратили за ненадобностью. Пока шло воздействие на людей, они издевались над ним, плевали ему в лицо, но как только он испустил дух, все вдруг разом поняли, какая непоправимая трагедия произошла на их глазах. Один из самых известных художников Возрождения Тициан на своей знаменитой картине «Эссо Хомо», написанной им в 1535 году, изображает Понтия Пилата с бородой в одеждах, больше подходящих русскому боярину с типичной славянской внешностью. Случайность ли это или нет? Думается, что люди в XVI веке лучше знали, чем авторы современной истории, как выглядели их предки.
Так что, получается, не было в Ромейской империи белых туник, сандалий на голую ногу, как сейчас принято изображать времена Древнего Рима и его патрициев. Ибо, согласно современной легенде, именно легенде, а не летописи, Понтий Пилат принадлежал к римским патрициям. Первый крестовый поход. В современной версии истории первый крестовый поход состоялся после того, как папа Урбан II призвал к оному в 1095 году. Если Иисуса Христа, настоящее имя которого было Радомир, радость мира, распяли в 33 году нашей эры, то почему никто не призывал наказать его убийц? И только после 11 столетий вдруг возникло непреодолимое желание наказать его убийц, когда они давным-давно превратились в прах, как и их потомки. А если принять к сведению, что Иисус Христос был распят в Иерусалиме, Константинополе 16 февраля 1086 года нашей эры, то тогда эта основная несуразность исчезает сама собой. А если учесть, что в результате первого крестового похода 15 июля 1099 года был взят Иерусалим-Константинополь и было создано Иерусалимское королевство, все становится на свои места. В современной интерпретации рыцарские силы только сосредоточились в Константинополе для своего решающего удара. И константинопольский император Алексей I Комнин принял в своей столице вождей армии крестоносцев, которые стояли и в самом городе, и разбили свои лагеря вокруг него перед тем, как они отправились на свои подвиги. Уникальный манускрипт по генеалогии в 4 томах включены все сведения обо всех императорских, королевских и аристократических фамилиях Европы и не только, со времен античных до конца 17 века нашей эры включительно. Стоит только открыть страницу манускрипта на разделе, посвященном Иерусалиму. Первое, что бросается в глаза – гербы правящих домов Иерусалима. Среди этих гербов не оказалось ни одного герба, принадлежащего царским домам Иудеи, где, согласно современным представлениям, находился город Иерусалим. Но самое интересное обнаруживается на следующей странице манускрипта. Первым королем Иерусалима стал в 320 году нашей эры Константин Великий. Император Константин I Великий, 306-337 года нашей эры, который известен в современной версии истории как император Византийской империи. Духовная столица. Константин I объявляет в 320 году нашей эры в городе Византия христианство государственной религии, и с этого момента он становится первым королем Иерусалимским. Но ведь объявил Константин о государственном статусе религии в городе Византия, а его объявляют королем не византийским, а иерусалимским. Несуразица вроде получается. Но эта несуразица исчезает мгновенно, если не использовать существующий сейчас, навязанный социальными паразитами шаблон о том, что Иерусалим – это название города. Название города, в котором произошло это событие – Византия. А это значит, что слово «Иерусалим» не название города, а местонахождение первосвященника государственной религии. Дело в том, что в давние времена в государстве могло быть две столицы. Одна столица светской власти, другая столица духовной власти. Для того, чтобы различать, какая столица является столицей чего, столицу духовной власти стали называть Иерусалимом. Константин I в 320 году нашей эры становится королем Иерусалимским, а только в 323 году нашей эры, после победы над своим соправителем Максенцием, стал императором Ромеи. И с этого времени у него два титула – короля Иерусалимского и императора Ромеи, Византии. И только в 330 году нашей эры уже император Константин I переносит столицу своей империи в город Византия, который с этого момента стал называться Константинополем, городом Константина. И только с этого времени город Византия, Константинополь, стал и столицей светской, и Иерусалимом, столицей духовной. Именно поэтому Константинополь еще и Иерусалим. Радость мира. До появления на исторической арене Радомира Иисуса Христа, носителя ведических традиций, царствующий в то время в Европе со времен Константина I Великого культ Дионисия полностью себя дискредитировал. Иисус Христос всколыхнул своими деяниями всю Европу того времени, и отцы греческой религии, как ее еще называли в X веке нашей эры, и стоящие за ними первосвященники иудейские решили, что Иисус Христос будет хорошим кандидатом для роли нового мессии. И,
немного подсуетились, и в мире появилась новая религия, прикрытая в прямом и переносном смысле этого слова светлым и чистым именем человека, который всю свою сознательную жизнь боролся с социальными паразитами, которые использовали иудаизм и его разновидности для порабощения народов, и первыми жертвами которых стали иудеи, овцы дома Израилева. И очень быстро так называемая греческая религия превратилась в христианство. Тот, кого называли Иисусом Христом, был распят в Константинополе, Иерусалиме, 16 февраля 1086 года. Имя этого человека – Радомир, означает в самом прямом смысле этого слова «радость мира» или «несущий радость миру». А слово «радость» – изначально это слово писалось как «радость» – означает «данная Ра» или «свет Ра». Служители так называемой греческой религии культа Дионисия в 1082 году нашей эры полностью исключили из своей доктрины идею реинкарнации. Радомир пытался спасти погибших овец дома Израилева, и против его учения, основанного и на понятиях реинкарнации, продолженного Марией Магдалиной на юге Франции после его ухода, папой Иннокентием III были организованы так называемые Альбигойские крестовые походы в 1209-1229 годах нашей эры. За неполные 20 лет крестоносцы вырезали под корень всех, вплоть до младенцев, последователей истинного учения Радомира Христа. В течение этих 20 лет крестоносцы, которых катары называли ратью дьявола, уничтожают миллион человек. Представьте себе, миллион человек! И это 13 век нашей эры, две провинции юга Франции. После чего провинции Прованс и Лангедок превратились в самые настоящие пустыни. Доктрина христианства. Основная доктрина христианства базируется на понятии, что человек должен безропотно принимать все, приготовленное ему Господом Богом, как наказание за грехи или как испытание твердости веры. Если человек все это смиренно примет, тогда его после смерти ждет вечная райская жизнь. Главным условием попадания человека в рай является принятие всего без ропота, какие бы испытания или наказания Господь Бог не послал человеку. И тогда его ждет вечная райская жизнь. Терпи рабскую жизнь, унижение, оскорбление. Смиренно смотри на то, как у тебя забирают последнее, как издеваются над твоими близкими и дорогими тебе людьми, как насилуют твою жену, дочерей. Все это или наказание за твои грехи, или испытание твоей веры в Господа Бога. Согласно христианству, если человек здоров, счастлив и богат, это значит, что его оставил Господь Бог, не любит его. А вот если человек болен, беден и несчастен, то Господь одарил его своей любовью. Главное, что внушается человеку, что он все это должен принять и еще благодарить Всевышнего за его любовь, и тогда, и только тогда ему обеспечена бесплатная путевка в рай, в вечную жизнь. И идут люди толпами в церковь, несут туда свои последние денежки и рабски просят Господа Бога о спасении, исцелении и о вечной райской жизни. Только не читают эти люди святых книг, в которых сказано, что все гои обречены на рабскую долю, а богатство их, их стран, все это ими отдается своим любимым иудеям, и что только для них сердечных его свет, а для всех остальных он тьма и хаос. Кто дал священникам право прощать грехи от имени Христа? А если бы спросили, то получили бы уклончивый ответ – что они слуги его, и что он своей жертвой искупил все грехи человеческие до окончания веков. Но если он искупил своей жертвой все грехи человеческие, то ему не нужны никакие дары от грешников, а значит, нужны эти дары священникам, которые присвоили себе право вещать от его имени. И если бы они действительно в него верили, то побоялись бы взять на себя такой грех. А нет, не боятся и прощают грехи преступникам, руки которых по локоть в крови человеческой, и которые наживаются на людских страданиях. И стоят такие люди на самых почетных местах в церквях, так как жертвуют они из награбленного жалкие крохи этой самой церкви. И благословляют их священники самых высоких рангов на дела великие, ограбление страны и народа, эту страну населяющего. И чем больше такие верующие им отстегивают, тем больше их восхваляют в церквях. И скажут священники в ответ на такой вопрос, что главное не совершить грех, а покаяться в своем грехе.
и что человек уже рождается грешным, и что вообще главное для верующего – каяться. Даже если человек ничего не совершал, то он грешен в мыслях. А если человек не грешен, то это его гордыня обуяла, ибо не хочет покаяться в своих грехах. Грешите как можно больше и чаще, главное не забывайте покаяться в своих грехах, за которые уже заочно, наперед, заплатил своей жизнью Иисус Христос. Радомир – радость мира или несущий радость миру. Радость – радость, данная Ра или свет Ра.